Это все началось с обычным сентябрьским днем. Обычный день в моем родном городе. В городе, который контролирует Амбрелла. Никто не ожидал их, и дальше моя жизнь пошла по пути уничтожения. Я надеюсь, они завершили свою миссию, но я никогда не забуду этого, если они снова не начнут драться. После того, как они превратились в монстров, ничто их не может остановить, ничто не может. Это последний шанс Рекон Сити и мой. Это мой последний выход. Сентябрь 28. Монстры захватили город. Я все еще жива. Хорошо, мы должны выбираться отсюда. Что? О чем ты говоришь? Я потерял здесь свою дочь, а вы мне советуете уходить наружу. Мне жаль вашу дочь. Но чтобы спастись и вам, надо быстрее отсюда выбираться. Я не вернусь, ни за что! Я понимаю, что умру здесь, от неумирающих монстров. А теперь оставьте меня одного.